Так, ну что, здравствуйте, уважаемые господа и господихи. Здрасте. Сколько у меня было сегодня проблем с ее запуском, это просто жесть. Просто жесть. Вот, чтобы вы понимали, она, короче... Ну ладно, сейчас с костылями все работает нормально, но если ее просто я запускал... Знаете, где она? Она запускалась в фуллскрин. Знаете, что она считала за фуллскрин? Половину от этого монитора и половину от этого монитора. Вот такой фуллскрин просто. И ты такой сидишь, типа... Что? Типа, ты серьезно? Игра. Я знаю, каким ты себя ощущаешь. Потерянным, одиноким и безнадежным. Так, окей. Вероятно, ты это заслужил. Но даже у тебя еще есть шанс. Шанс вернуть все как было. Единственное, чего ты когда-либо желал. Окей. Все, вот теперь все понятно. Хех, Пушкин убивает жену, лол. Знаменитая картина, кстати. Орел несет молодого Бьорна. Окей. Я должен это взять или что? Или просто смотреть, вертеть? Это шапка? Это... Так, подождите, как там это? Блять. Это шляпа? Это, блять, что такое было? Чего? А-а-а-а! Мне не нравится эта картина. Я туда не хочу идти. Так, может как-то свет можно включить, нет? Вот, так-то лучше. Ну, тут серьезно? Вот серьезно? Первое, что я бы сделал, когда заехал в такой дом, знаете что? Я бы растопил камин вот этой картиной. Вы что, рофлите, что ли? Это вы серьезно? Это первое, что я бы сделал. Вот самое первое. Я даже ботинки бы не снимал. Просто первое. Ну, нормально, такой анимешный такой стиль, типа. Ну, такого не было же в сказке. Он же их целиком заглатывал. Он их целиком заглатывал? Что за рофил? Это не я закрыл дверь. Ну классно, да, здорово. Ха, как в Ведьмаке картины рисовали, помните? О, опять Бьорна несут. Они ему голову вроде отрезают, да? Всегда забавляло на вот этих вот картинах средневековых. С каким спокойствием они просто это... Представляете на их спокойствие? То есть, мне кажется, знаете, если бы она резала какой-нибудь лук на кухне, как бы выражение лица бы у нее не особо поменялось. Ну, типа, ну какая разница, там лук ты режешь, там картошечку, да, или голову какому-то челу режешь. Ну, какая нахрен разница, лол. Хе-хе. Лол. Да ё-моё. 8-5-4. Ну, допустим. Свет не работает, да? Работает? Блять, да ёб... Чё вообще? Я не хочу туда подходить. Опять сейчас что-нибудь случится, опять сейчас я куда-нибудь полечу. Олень, не ори, пожалуйста, на меня. Ах, господи, блин.
Но это же не настоящий ребенок, да? Это же, типа, куколка. Ну да, вон там шарниры. Ну, уча начнёт меня плющить. Ой, какая дичь. Ой, какая дичь. Блин. Paint deep lies. Живопись глубочайшая ложь. Блин, ну сейчас чел с картины на меня наорет. Ну давай, ори. Блин, ё-моё, просто, ну что за... First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. Только не видишь, что это кожа человеческая. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Ну, так была кожа со свиньи, да? Твою мать, это Чубака сраная. Весело ему. Не-н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 е
Только не пожар, только не пожар, только не пожар, только не пожар, пожалуйста. Блять, пожар, конечно. Что это, блин, было такое? Чё вообще? Это, блядь, что такое было? Вы что, рофлите? Нет, это хуёвое совпадение очень. У меня свет выключили, чуваки. Я пойду проверю, пожалуй.
Нет, я не буду оборачиваться. Да я понял, что нету света, я понял! Все, чуваки, включили свет. Не знаю, что это было. Я пойду перекурю, ладно, что-то как-то мне немного жутко. Так, они хотят, чтобы я в зеркало зашел? И теперь будет... И теперь можно прочитать будет, да? Cannot be done. Это необратимо. Необратимо. Ё-моё, там кто-то дохлый, смотрите, сидит в кресле. Или нет, это подушечка. Это подушечка, нет. Выглядит как будто человек, как будто вот эта голова, это грудь. Тут это не похоже на раздвоение личности, там похоже как будто просто с разных ракурсов. Ну хотя вот здесь усов не хватает. Блять! Да ёбаный рот этого казина просто. Я заикой стану. Да иди ты в жопу! Просто. Почему картины все стали маленькие? Блять! Блять, я же знал! Ну я же знал! Занято нахуй! Занято нахуй! Что ли, ёбаный рот? Гоголь? Это же пермех молодой. Блять, иди ты сраку просто. Там дохлая чувиха была какая-то. Иисус. Ёбаный рот. Ё-моё. Но как? Но как? Но как? Тревожные воспоминания. Краска, смотрите. Ёбушки, воробушки. Висящий кошмар. Выжидают, жаждут шерстистые пиявки. Боюсь смотреть вверх.
Чувак, если я когда-нибудь сойду с ума, просто убейте меня сразу. Не надо меня лечить. Просто меня сразу убейте, и все. Это мое желание. Звуки низкочастотные, низкочастотные давят. Просто жесть. Просто жесть. Под кустом голубики, что подле ручья. Жила утка и странную жизнь волокла. Как другие плескаться в реке не желая, что вырывало чужие сердца пожирать? Что? Всегда ненавидел гусей. Они даже невкусные. Нет, если я сойду с ума, сразу меня убиваете, просто сразу. Неважно как. Так, стоп. Здесь сидела кукла. Блять. Да ёб твою! Почему они все без головы? Ну ладно, не все. Оно бежит из стены, вы понимаете это? Я проиграл? Блин, классная люстра. Я не верю, что здесь что-то плохое может произойти. Здесь слишком милое все. Стали голыми.
Тише, детка, ночь холодна. Загас звезды над тобой, скоро все здесь станет тьмой. Нет, только не приближайся, не приближайся больше. Не надо, не надо, не надо, не надо. Никак, ниндзя-кот. Мама желала хорошего сна. Но теперь и она ушла. Ёб твою налево, просто чё вообще? А, все, я понял, что происходит. Ты чё, дурак что ли, ёпарасете? Почему он просто не умрет уже? Ну почему он просто не умрет? Живет? Понял. Ну и слава богу, не очень-то и хотелось. Ну давай, падай уже, давай, давай. Иди в сраку. Tell me how it got in my workshop? Stop lying! We both know it couldn't have gotten there on its own. Иди нахер, просто иди нахер.
Это все мои картины, которые она хотела сжечь? Да в смысле, чел? Шашек! Опять он! Ну и что за Лас-Васян получился? Что? Yes. That's it. Now I see it. All this misery. All this suffering. There was no other way. And it was all worth it. Perfection. Immortality. Что?